Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Белогорскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего рядового Максима Журавлева, проходящего военную службу по призыву в воинской части 53-790. Следователи указывают на признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 349 Уголовного кодекса. Нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека. Самим Максимом сейчас работают психологи. Он находится в шоковом состоянии. Тело офицера направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. В ближайшее время будут назначены ряд криминалистических экспертиз, а также военно-уставная. Принимаются все меры к установлению полной картины произошедшего. Сейчас учения прекращены. На месте трагедии работают следователи. Ведется опрос свидетелей случившегося. Кроме того, будет проверено, соблюдалось ли в воинской части законодательство о безопасности военной службы.